лопух, да. Смотри, Дим, тут какой цветочки. Большой лопух. Дим, смотри, какой большой лопух. Дим. Ого, вообще Дим. Огромный. Смотри, какой лопух. А листья какие огромные, смотри. Офигеть, их от дождя можно прятаться под ними. Там, наверное, корневище у него. Я спаси. Огромное. Спаси. Цветочки скоро будут, два даже. Цветочки, спаси, цветочки какие. Будут. Листики большие, листы, видишь? Какие листы большие. Видишь, какое поле какое. Поле какое. Поле, бабуля рассказывает, на поле выходили. Большое, широкое, длинное поле. Лопух, вот это лопух. Ба, смотри, мам. Мам, смотри, у него листок какой, как лодочка. Как лодочка. Пустите вот так по речке. Тут цветов вот на это, около поля очень много. И тут вот тоже вот кто-то. Вчера я такое фоткала, только без цветка. Не знаю, что это за цветок такой. Хороший, не буду его рвать. Тут вот, я чувствую, скоро травоведением займусь заново. Надо мне книгу писать. Мне все некогда. Это вот полынь. Она вот с тлей. Фу! Воняет. Ты что, меня теперь потеряла? А, кстати, да, вот эти, говорю, вот они, смотри, все лежат тут. На обочине, что я говорила. Нет, а вот видео было все. А это шиповник. Представляете, он был весь в цвету, и теперь вот они появляются маленькие шиповнички. Ягодки. Его можно будет, мам, прийти потом сюда пособирать. Я как-то раз собирала давно. А тут еще жасмин растет до сих пор. Вишня. Ну, один раз, я помню, пришла, не было. А здесь, по-моему, еще боярышник, что ли, где-то видела. Как-то вроде бы или нет. Здесь вот кто? Это кто это? Батюшки. Такое я вообще впервые вижу. Сейчас сфоткаем. Потом я в специальную группу отправлю. И узнаем, что это. Здесь, кстати, с ягодками. Сейчас я найду. А вот с ягодами, смотрите. Ну как кусты растет. Кустиками растет. Интересно. Чуть такое. А вот тут тоже девисил маленький. Он быстро разрастается. Это цикорий. А вот этот. Как его, господи. Знаете, короче. Это фиолетовым он бывает. И таким. Забыла, как он называется. Он большой, кстати. Цветочки. А вот тут, смотрите, у них разные. Господи, на языке вертится. Я не помню. А там крапива дальше. А тут махрушка какая-то. Она, наверное, цветочка. Потом получается такой. А тут? А, какой красивый, смотрите. Ай-яй-яй, класс. Ладно. Блин, оторвала уже. Не буду, ладно. Уже оторвала. Частично. А вот крапива. Ну, крапиву все знают. Молоденькие цветочки добавляют в щи.
Щи с ней очень вкусно. Если, допустим, мало у вас щавеля, то девисию. Где-то. А вон там еще цветочек скоро будет. Тут вот тоже этот. Как его, господи, называют-то? Блин, забыл. Как же он называется-то? В комментариях мне напишите. А это лилия, смотрите. Наверное, сегодня два влога будут отдельно. А это, смотрите, этот подорожник. По дороге растет. Некоторые вот хорошие названия знакомые. Вспомнишь сразу. Подорожник. Растет по дороге. Ба, тут девисил, что ли, срубили. Девисил обрубили здесь. Но он вообще прям быстро, очень быстро разрастается. Он, видимо, бывает разного. Бывает он маленький, прям мелкий растет, а бывает крупный. Мам, как он называется вот этот? Я забыла. Нет, вот этот, который у меня в руках. Шалфей? Нет, не шалфей. Крапива, видишь, крапива. Пальчики больно будет. Не шалфей, как же он называется? Коровы-то его едят еще. Коровы же едят его. Там бобо есть. Вот. Уже бобо? Да, да. Вон тут кругом крапивы. Дотронешься, это трава такая. Она тебя цап. Колючая. Дотрагиваешься. И потом здесь красный палец становится. И распухает. Больно-больно, как обжигаешься, как будто. Плачут все, потому что больно. Тут тоже заасфальтировано. Там, слушай, а у них что-то, походу, кривые прям заасфальтированы. Да, а у них это заасфальтировано. Почему у нас не заасфальтировано? Смотри, мусор выносит. Да? Цапается, да? Цапается. Колючие. Это от лопуха колючки. Да? Ты груши несешь, да? От лопуха несешь. Молодец. Здесь много всего растет, да, Дима? Снова эта елочка симпатичная. Пахнет чем-то. Что-то сладко пахнет. Я тут вот собрала уже. Там вон лес какой, прозрачный почти. Там есть, кстати, и молодой лес. Мы с Женькой где-то проходили. Восьмая линия. Газовик. Это не наша, да, еще линия. А, тут уже все, видишь, асфальтированной дорожки нет. А там шлагбаум поставили. Ну, правильно. Все, так все. И нам пора, надо было еще давно ставить. А у нас ничего нет, у нас все есть. Ну вот. Да. Туда, на тот массив. Они вот здесь проезжают, то так можно. О, смотри, какой лес прозрачный, бугристый. Дим, смотри. Тоже какие, смотри, бугры разные. Странные. Тоже разные странные бугры. Какие-то непонятные. Пойдем вниз. Все, пойдем, хватит. Разные странные бугры. А, еще вот тут шиповник. Вот я помню, набирала, да. Смотри, какой красивый, мам. Или это роза? А, это роза. Смотри, какая красивая. Красивая какая. Это собачка, не палка. Да, и это все мусор. Смотри, куда мы пришли, на дорогу. А да. Там отбили ее. Да. Иди, не ходи, тут машина ездит. Сейчас высыпь с машины. Тут тоже шиповник, по-моему.
Тут объявление. Ну, в основном вот такое. Вспомнила я. Клевер это называется. У него сбоку, смотрите, пушистик. Там Дим на фоне. Пушистик, видите, сбоку. И там мы с вами видели пушистик. Значит, она из пушистика появляется. Ну, кстати, вот здесь тоже виден. Эта роза я сорвала. Попробуем ее прорастить, наверное. Она ароматно пахнет. Вот запах розы вот есть. Нежный такой, ароматный. Вот это она. Понюхайте. Вообще просто ароматная. Хочется ее нюхать вечно. Такой нежный-нежный прям аромат. Елочка у меня здесь. И тут, по-моему, дельфиниум. Надо посмотреть. Вон там тоже есть. Вот тоже. Я обвиняю. Трясется камера. Там тоже дельфиниум. Попозже посмотрим. Да, Дима еле-еле дошел. Да? Устал, Димочка, устал. Да, Дима? Ой, шлагбаум. Устал. Шлагбаум это у тебя, да? А, вот. Не видно. Ах, ты будешь работать шлагбаумом, да? Работать. Да, Дима? Сюда шлагбаум. Сюда шлагбаум. Сюда шлагбаум бил. И сюда шлагбаум. Сочай, сочай, зам, зам, бам, да? Угу. Ой,